сиденье на пневму. Первый запуск. Снег ничего не растаял сегодня. Но вчера вроде бы его заводили, потому что видно, что на капоте снега нет. То есть снега на улице намного больше. То есть сегодня вроде бы не заводили. Троит. Сейчас нормально вроде бы. Приехали, друзья, в город Рязань. И сейчас я нахожусь там, ну, возле города самого. Приехал диагностировать JCB 30X. Сиденье перешито. Ну, сделано хорошо. Даже это не перешито, а чехол. Но интересно будет посмотреть оригинальное сиденье. Это магнитофон. Вроде бы идет еще с Англии оригинальный, если меня память не изменяет. Подскажите в комментарии, кто получал экскаватор с Англии. Вот такой магнитофон вроде бы идет. Ну что ж, сейчас будем прогревать, будем проверять полностью, будем делать диагностику. Давайте, друзья, покажу то, что я вижу в кабине. Ну, стекло переднее, они сказали, что оно вырезанное уже, сломанное, вырезано. Нужно, чтобы, ну, его только заменить. Только скотчем закрыли, чтобы она не упала, но временно. Вижу, что на потолок сделана химчистка полностью. Потолок химчистили. Здесь вот пластик сломанный. Даже видим вот такие разводы. На камеру, наверное, не видно. Разводы вот химчистки, когда вот химия течет так, да, то есть где-то мыли, где-то нет. С чего вот эта трещина? Такой первый раз. Скорее всего, этот потолок вытаскивали, скорее всего. И вот эти пластмасски, видимо, снимали. Скорее всего. Ну, это только мои догадки. Эта дверца тоже повреждена. Ну, сами петли у всех они отламываются, но сама дверца целая. Петли можно сделать другие по желанию. Педаль особо телескопа. Педаль телескопа особо износа нету. Ну, здесь видим, что, видите, вот здесь есть такие квадратки. Здесь они немножко стерты. Но износ небольшой. Рычаги люфта небольшие. На аутриггеры небольшие. У нас стрела стоит с левой стороны. Мы знаем, что у нас номер практически на всех экскаваторах стоит слева. И надо каретку перемещать. Отсюда уже вижу с улицы, что у нас что-то делали с поворотной тумбой, потому что она перекрашена. Хотя заявлено, что у нас экскаватор в родной краске. Кнопки у нас есть: гидромолот, заднее освещение. Дворник задний замерз. И каретка. Попробуем. Пока ничего не опустилось. Передний свет, мигалка, черепаха. И это вроде бы плавающий. Да, он даже работает. Есть плавающий тут. Это круто. Здесь написано 7237 часов. Что нам в процессе будем выяснять? Это визиточно. Вроде бы эти стекла все оригинальные, так визуально. Так, передняя торпеда. Ничего не перекрашено, чего в хорошем состоянии.
она немножко дальше от лобового стекла, вот такой эффект. Но это, видимо, они что-то захотели снять или что. Но пока не могу понять, но видим, что вот здесь был удар лобового стекла, что-то падало или что-то в этом роде. Рулевая коробка не люфтит. Вот этот пластик в хорошем состоянии, достаточно хорошем. Реверс у нас новый, как вы видите. Ну, то есть не новый, но свежий хотя бы. Коробка у нас автоматическая, то есть у нас кочерги нету, то есть переключается с реверса. Не автоматическое, а переключение идет с реверса. Крабовый. Здесь лифтов, ну, люфт небольшие. Это небольшие. Ручник по натяжению должен работать. Там в процессе проверим, даже слишком его сильно кто-то закрутил. Кто не знал, ручник на GCB можно отсюда отрегулировать. Непонятно, зачем так сильно аж рука болит, зачем так сильно его закручивать. Видимо, не очень держал или что. Смотрим на износ пола. Видите, у входной двери вот пупырышки все видны. Видны здесь, где у нас ноги. И то они заметны, но немножко изношены. И здесь, где у нас постоянно пятка от ног, здесь они изношены. А так в основном пол в хорошем состоянии весь. И педали не изношены, и педаль газа не изношена. То есть по кабине, кабина достаточно хорошем состоянии. То есть пробег здесь по кабине, я бы не сказал, что большой. Посмотрим гардеробки на сиденье. Здесь есть подушки у нас, и здесь вот это должно надуваться. И поясничная подушка, и вверх-вниз, и подогрев сиденья должен быть. Но он что-то не работает, потому что он должен был загореться красным. Давайте я включу, посмотрим, работает ли подогрев. Что-то у нас моргает лампочка на свеча накала. Видимо, реле что-то, либо свечи не работают. Смотрим, друзья, состояние задней стрелы. Я уже так прошелся. Вам скажу, что я увидел, какие замечания. Этот экскаватор-погрузчик 30X отличается такой вот опции, что здесь стоит цилиндр на перемещение каретки слева направо, справа налево. Я еще не проверял, если эта функция работает еще, то есть на данном эскалаторе, но она есть. Будем проверять, как у него перемещается, помогает ли этот цилиндр перемещать каретку. Видим, что рукава практически все заменены, практически все. Ну, вот этот оригинальный вроде бы, или хотя тоже нет, 2SN вроде бы нет, потому что по этим обжимках, да, вот этот не оригинальный, вот это только гайка вроде похожа на оригинальная, а все остальные не оригинальные. И видим, что все рукава вот здесь подтекают, ну не все, не знаю, верхние вроде бы или какой из них подтекает. Видим, что здесь трещина, здесь фарка, видимо, вот этот палец проклятый, который ромает все каретки у нас, все поворотные тумбы на всех эскалатор-погрузчиках, без разницы. Стоит здесь палец, и оператор по незнанию там ударяет стрелой, поворачивает и так далее, и выламывает вот эти отверстия. Здесь уже такое было, если видим, вот такая трещина. Я еще покажу вам с другой стороны. Идем дальше по стреле, видим, что цилиндр был отремонтирован, видим, то есть следы от ключа. Видимо, это был гидроключ, который фиксирует, ну, зажимает и откручивает гайки. И здесь есть гидрозамок на рукоять. Как еще замечу, что как завел экскаватор, вот так гидравлику поставил, она стоит в таком же расстоянии от земли, как я ее установил. То есть пока гидравлика не опускается. Еще смотрим сюда внутри.
Сейчас вспышку поставлю. Видим, что на цилиндр стрелы тоже присутствует гидрозамок. Как вам показать? Ну, не видно, друзья, не видно. Вот там, ну вот на этот рукав есть гидрозамок. Уж поверьте мне. Здесь есть гидрозамки, это как бы достаточно хорошо, потому что, ну, естественно, это на очень большое значение на безопасность. То, что у нас если лопнет какой-нибудь рукав, в любом случае у нас цилиндр не будет перепускать. Видим, что данный цилиндр тоже ремкомплект заменен. Так визуально цилиндры все оригинальные. Видим, что этот палец новый, вот этот и эти пальцы старые. То есть видно, что они заржавеют, да. Видно, что они еще изготовлены, скорее всего, над токарем, потому что обработка такая нечистая, да, видно резцы. Не знаю, как видно вам на камеру, но видно резцы. Вот видите, резец как брал. А если мы посмотрим на вот такой палец, то видно, что он, ну, из разряда либо заводской, либо его поменяли, но не изготовили сами. Дальше идем. Этот палец тоже заменен. Этот цилиндр тоже сделан. То есть отремонтирую, видите, следы. Ну, по краске, по всем параметрам цилиндр вроде бы оригинальный. Так, что я еще хочу сказать вам, друзья, что телескоп поврежден с двух сторон. Если мы смотрим на износ телескопа, да, я бы сказал, что он здесь небольшой. Но за счет того, что он просто поврежденный сильно, достаточно сильно. То есть смотрим, да, вот как здесь шов сварочный, вот здесь, да, видите, да? А здесь у нас этот шов аж, ну, притирался. И здесь, вот даже здесь посмотрим, я не знаю, видно на камере нет, а здесь вот аж каналка, вот здесь. Я не знаю, как вам показать. Вот, вот, вот. Видите, какая здесь канала набита? То есть здесь вот, видимо, направляющих не было, ну, работали. И вот этот палец здесь вот так повредил телескоп. И это с двух сторон. С двух сторон такая беда. Вот, смотрите. Ну, на камеру это не так сильно не передается, но вот здесь такая вот канала. То есть телескоп был поврежден. Здесь сейчас направляющие новые совершенно и болты. То есть скатер подготовлен, но мы видим то, что было раньше, до этой подготовки. Видим, что здесь телескоп стоит оригинальный от GCB. И все пальцы, смотрим, что тоже новые. И они сделаны тоже в России. То есть, ну, видно по шву, по всем параметрам, видно, что палец, ну, не заводский. Не то, что заводский, а сделан где-нибудь в слесарном цеху. Видим ковш от GCB. Здесь, наверное, ширина у него 90. Зубья новые. Видно износ на ковш. Ковш работал. Он здесь вот в вмятинах таких. Вмятины есть, то есть с ним нужно работать. То есть его уже что-то пытались варить. Он здесь вмятина. Здесь вмятина, да. То есть ковшем нужно заниматься. То есть выравнивать его гидрозамкратом. Днище нужно заменить и так далее. И что, заметил вот здесь, на где-то бабочка, вот здесь я заметил такую подозрительную щель и сказал бы, что это трещина. Ну, на камеру не видно, не видно, наверное, но вот здесь как будто у меня есть подозрение, что это, скорее всего, трещина такая вокруг шва. Да, и она, да, вот и там, и здесь есть небольшая трещина такая. Вот. Это, я думаю, ничего страшного. Не то, что я думаю, я знаю, что это ничего страшного. То есть это можно наварить и на что-то влиять не будет. Давайте пройдем и эту сторону стрелы. Видим такие царапины много. Как будто какая-то арматура, что ли. Постоянно работал с арматурой, как будто. А так стрела достаточно хорошо сохранилась. Именно царапины на руку. Видно, что экскаватор полностью отмыт. Здесь трещин никаких не обнаружено. Стрела целая.
что это очень хорошо. Так, этот палец тоже новый. Стопорное кольцо. Ну, шланги все, рукава высокого давления закреплены на свое место. Вот здесь, что я вам говорил, вот эта трещина. То здесь это ухо выломано от из-за этого пальца. И взяли, покрасили. Ну ладно, здесь не то, что покрасили, вот так сдули с баллончика просто. Вот эта трещина, вот это ухо никак не влияет, то есть на само, скажем так, работоспособность самой поворотной тумбы. То есть это ухо можно даже вот так обрезать, и никак на это не влияет. Сейчас будем проверять заднюю стрелу на люфты. Все пальцы заменены, скорее всего, люфтов здесь не будет. И попробуем посмотреть, как у нас каретка перемещается. Друзья, цилиндр этот работает, но ввиду того, что рукава стоят неправильно, вот эта головка, видите, шланги так зажимают. То есть это нужно шланги все укладывать правильно, потому что это все мешает перемещению стрелы. Здесь еще направляющие, вот здесь на каретку, видите, они идут другие, не как на сельской погрузке. Здесь скользячки специальные есть. Ну, рукава идут неправильно, нужно их по-другому устанавливать. Переместил каретку обратно, но мы видим, что даже вот этот, и видим, что эти шланги все, они, ну вот, и все переукладывать надо правильно. Специальные, знаете, направляющие, которые есть от GCB, которые они должны вот сюда проходить. Этим нужно заниматься, видите, крепления есть специальные. Все это нужно делать. Видим, что эта трубка была повреждена, она заварена, выровнена. И видим, что телескоп у нас болтался вверх-вниз, даже видим внутри, что он, ну, на камеру не видно. Вот здесь, что он износ есть, и здесь, то есть и вправо-влево, то есть работал, направляющие были разбиты. Звонят, да, по? Ну конечно. Ну, палец оригинальный еще, здесь тоже по цвету видно. Цилиндры вроде бы тоже, даже штоки оригинальные еще, но видим, есть
небольшое повреждение. Визуально не потекает, но это, чтобы смотреть, потекает либо нет, нужно в работе. Пальцы вроде бы в оригинале все. А эти вот заменены. Заменены. И вроде все плотно. Визуально лифтов нету. Здесь челюсть была вот так согнута. Этот угол. Нож вроде бы есть. Но он вровень вот со стороны. В любом случае, скорее всего, уже менять его. Челюсть ровная. И без... Даже нет отверстия для зубов. Отверстия для зубов нету. Но ковш не побит, то есть вмятины здесь нету, ничего. Он ровный. Достаточно живой ковш. Смотрим скорость гидравлики, друзья. Еще раз вам напоминаю, что на гидравлику не надо проверять только давление. Скорость гидравлики тоже имеет большое значение. Скорость гидравлики – это объем гидравлического насоса, сколько он качает в минуту. И если скорость хорошая, значит, у нас нигде не перепускает. А если скорости нет, у нас перепускает где-то. Ну, здесь гидравлика реагирует на обороты двигателя, и черепаха работает. Здесь кнопка черепахи тоже дублируется, вот это на GCB. Вот когда вверх поднимаем, стрелу до упора вверх, у нас немножко переклинивает стрелу, как будто один цилиндр длиннее, а второй короче. Вот, не знаю, сами заметьте это или нет. Я медленно поднимаю вверх. Наверное, незаметно. Как будто этот цилиндр поднимает больше, чем это. Немножко заглушил двигатель, друзья, для того, чтобы показать вам отсек двигателя. Смотрим капот. Видите, вот стекловолокно. Здесь был поврежден. Он восстановлен. Здесь, да? Видите, да? И здесь был поврежден. Вот. Замечательно, стекловолокно. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это было. То есть он восстановлен. Естественно, капот он весь перекрашен. Ну, перекрашен хорошо. Поэтому мне всегда нравится, когда... Ну, если сломал, сделал, а не так, что сломал, да и ладно. Видим, что крылья здесь у нас новые, прям совершенно новые крылья стоят, как и пластик, как и стойка. То есть, тот, кто работает на GCB, поймет, что крылья здесь новые. Мост, смотрим состояние, тяги тоже свежие, видим, пыльник новый, тяги, скорее всего, тоже новые. Да, ну видно. Видно. Так, радиатор целый. Аккумулятор. Насколько здесь ампераж? Ладно, не важно. Смотрим балансир моста. Вот этот палец, что не знаю, что с ним. Хотели его вытащить, что вот видите, то есть что-то с ним делали, потому что даже стопорного болта нету, и он немножко не на свое место. Что-то с балансиром уже колдовали. Ладно, смотрим отсек двигателя. Какие-то у нас пятна такие белые. Это, скорее всего, связано с грунтовкой. Когда, знаешь, когда грунтуешь, лишь поклевка, когда вымываешь водой, вот такое же, скорее всего, происходит. Так, состояние двигателя. Он сухой, топливная сухая. Проводка визуально целая. И еще и родная. Да, визуально все целое и родная. Так, правая сторона.
То есть справа от меня подкачка есть. Грубые, тонкие очистки, этот фильтр, это масляный. Ремень уже нужно поменять. Если вы заметите, друзья, вот он, весь в трещинах. Видите, на роль, на ролик, на ленивец. Ремень в трещинах. Так. Здесь у нас, кто не знал, находится вот этот, ну, назовем ее свеча накала. Квадрат, который нагревает воздух в впускной коллектор. Прошу прощения за мой французский. Мне временами трудно выражаться на русском, потому что все, что я говорю на русский, некоторое время назад я все это учил на румынском. Поэтому, можно сказать, я знаю это все в двух языках. Здесь у нас стартер, друзья. Генератор. Визуально все родное. Визуально. Видим. Даже табличка GCB на стартере. Здесь блок предохранителей. Родной. Но видим, что глушитель здесь уже подваривали, видите, то есть это не заводской шов. Если вот здесь заводской, то здесь верхнюю часть варили. Видим, что на форсунке подтекает топливо, воняет соляркой и у нас мокро там. Турбина, горячая часть вроде бы нет, а холодная часть похожа на новая, да, новая, видите, вот эти зеленые отметки. Турбина у нас новая. Так, гофра между, которой должно быть такая гофра, резинка, друзья, кто у кого GCB, знает, что между кабиной и рамой есть такая резинка, которой, ну, так скажем, у меня уже телефон садится, рулевой дозатор, и здесь должно быть такая гофра, который, ну, отделяет отсек двигателя от кабины, но ее нет. Вот этот вакуум, на тормозной вакуум, это у нас вот тормозной цилиндр, это рулевой дозатор. Еще противовес, естественно, сломан такой с двух сторон, то есть здесь кусок отсутствует и с другой стороны тоже. Вот еще, друзья, забыл сказать, что за счет того, что есть этот цилиндр, видите, он до конца уже. У нас каретка не перемещается до конца. То есть вот это, если без цилиндра, то у нас каретка упирается вот сюда, да? Но так как цилиндр есть, то у нас каретка не перемещается до конца. То есть мы проигрываем вот это вправо-влево, ну, сантиметров 10-15, наверное. Включила я сейчас третью скорость, так как на четвертую у нас, если включим, у нас отключается передний мост, поэтому сможем вот только на третью, чтобы у нас передний мост крутился. Никаких вибраций, ничего нету. Ни звуков никаких нету. Даже если четвертую включим, у нас сразу, вот видите, третья, и включая четвертую, у нас сразу гаснет лампочка и отключается передний мост автоматически. Это так и должно быть. Вот передний мост, полный газ, задние колеса крутятся. Никаких звуков лишних нету. Уже практически темно, друзья. Темнеет рано. Время только 4, а уже темно. Поедем, сейчас попробуем потолкать его немножко. Разгонимся немножко. Ну, плавающий, конечно, это.
весь, что сказать, по такой неровной дороге без плавающего вообще не вариант. А так вообще отрабатывает, конечно, как должен. Сейчас попробуем здесь упираться и толкнуть немножко. Выравниваем немножко дорогу, друзья, потому что сюда я, когда приехал на машине, думал, поддон оставлю. То есть дорога просто ужасная. Именно вот эта грязь замерзшая такая, кали. И немножко просто пройдусь туда-сюда, сглажу вот этот верх вот этих колей. Ну и мне выехать, и как бы эскалатор нагреется. То есть как раз будет полноценная такая диагностика и в работе, что непосредственно, и давление, потому что все-таки это Рязань, далеко, дорого и так далее. Сейчас еще разок туда пройдусь, будет всем намного приятнее уже ехать здесь. Как раз на ночь будет ожидаться 12 градусов мороза, поэтому как раз она, если подмерзнет так ровно, то будет как асфальт.
Смотрим, зубы целые, друзья. Стружки там не видно. А здесь какой-то негрол вместо масла. И бортовая полная. Ну, я не вру, вот. Вот колесо, уровень моста стоит. Ну вот, видите, как стоит? То есть еще поднято вот так колесо, да? Переваривает в ту сторону. Пробка вверх. И у нас мост полный уровень негрола, или что он, черный. Не знаю, почему это так, кто так заливал. Ну, видимо, спец. То есть, ну, бортовая полная. Вот со своей практики первый раз встречаю, чтобы бортовая полная была. Ну ладно. Здесь то же самое. Что за белое? Вот полное. Что за белое масло, не могу понять. Как будто с водой. Зачем так полное? Не могу понять тоже. И как его заливали? В самый верх, что ли, поднимали и заливали, потому что если вот так она течет. Здесь с уровнем все хорошо, друзья. Но здесь я вес на колесо, где у него люфт есть. Ну, наконечник. Не сама тяга, а тяги новые. Наконечник на любую тягу. Ну, люфтит. Так в основном. Диск, естественно, побитый немножко, но так в основном все хорошо. Так, смотрим. Бачок, тормозное масло. Не дот, а масло тормозное. И смотрим расширительный бачок. Не знаю, как видно. Так, попробую. Нет, вспышку не могу. Ну, антифриз чистый, бачок чистый. Проблем нету. Смотрю, что эти шланги новые. Состояние. Вот эта подкачка новая визуально. Сейчас будем выкручивать датчик и мерить давление. Подключили, друзья, манометр. Уже себе есть свое место. Раз. И он как дома здесь. Чехол наш поставили сюда. Ключик. И заводим. Секунд 10 прошло уже. Так его, друзья, подняли. У нас же стрела с гидрозамками, поэтому держать гидравлика должна. Но она и держит. Никаких тресков, ничего нету. Сейчас посмотрим снизу. Давайте я покажу, как все снизу. Вот этот, скорее всего, идет клапан, друзья, на перемещение каретки слева направо, справа налево. Он идет как реверсивный, то есть он связан с телескопом. То есть отключается телескоп и включается перемещение каретки и наоборот. То есть видим, что у нас вот этот распределитель на каретку, и у нас есть совмещенные вот такие рукава, да, которые связаны с друг другом. Видим, вот триггер, что у нас был порванный. Вот так он восстановленный. Распределитель задний течет, мокренький. Задний мост. Тоже вот рукав течет на задний мост. Так и закреплен. Тяги тоже свежие, рулевые. Но вот это, видите, не закручено до конца. Здесь закручено. Так.
Мост разбирался. Видите, герметик у нас есть. Мост у нас делался. На этот рукав течет. Шильдик на заднем мост у нас присутствует. Шильдик у нас на коробке присутствует. Ну, номера не видно, естественно, так очень плохо. Так, у нас подтекает вот этот патрубок, который идет отсос масла из бака. Это у нас обратка тоже. А, видимо, с этого подтекает и течет и сюда. Даже вот такая защита присутствует на GCB, который в России, вот эта защита между, так скажем, балансиром моста и поддоном, ее нет вообще. Ни разу не видел, здесь впервые вижу такую защиту, этот на ремень. Ну, чтобы, видимо, чтобы, ну, ничего не попадало на ремень. Друзья, это тот еще экземпляр, это та качество GCB, которая была раньше. Это не то, что сейчас. Раньше, друзья, ну вот я вот здесь смотрю, и в принципе попробовал на нем проехаться, но реально чувствуется та качество, которое сейчас уже на GCB, да и в общем на любых других экскаваторах ее уже нету. Кардан не люфтит, мы видим, что здесь вот так побито, да, немножко. С чем это связано? Это, видимо, здесь что-то закрутилось, и видим даже вот повреждение вот здесь, видите, да, вот здесь повреждение, видимо, что-то намотал кардан. И, да, и повредил. Вот видите, даже болт здесь поврежден, да? И здесь болт-подушка поврежден. Поддон немножко поврежден. Видимо, какая-то арматура намотала сюда. Потому что обычная проволока так сделать не сможет. Ну, люфтов нету. Потом разгонимся, посмотрим на вибрацию. Здесь очернение. Небольшой люфт есть, но это рабочий. Здесь снизу вот такая мятина на бак. На гидравлический имеет. И топливный тоже небольшой мятину имеет. Но на работу это никак не сказывается. Система СРС. Вот у нас энергоаккумулятор. И здесь установлен клапан. Здесь два рукава, вот они, идут сюда на тройники. Вот сюда. Последние. Вот эти два последних, это идет на СРС. Один из них идет вот на обратку. Вот сюда. Вот этот. Сюда тройник стоит и подключена обратка. Отсюда СРС будет лучше видно. Вот сюда я подключился. На распределительном переднем тоже есть точка контроля. Пойдем сейчас проверяем. Все, друзья, подключился на гидравлику. Показывает, ну, часа полтора уже экскаватор у нас, я его мучу, так скажем. Двести десять тысяч восемьсот. Оборотов. Упор. Просад у нас где-то 3 сотни.
где-то 2-3 сотни. Проверяем насос, нагрелся ли он или нет. Нет, у нас он холодненький. Вот подключились здесь, друзья. Вот здесь это как бы дополнительная, скажем так, секция на гидравлику, это основная. Давление 200. Черепаха на NGCB не работает на давление, она на Нихолмде работает на давление. То есть если я включу, у нас давление на NGCB не поменяется. Черепаха включена, тоже 200. То есть черепаха на NGCB работает на скорость гидравлики, напоминаю, не на давление, на скорость. На Нихолмд кейсах она работает на давление гидравлики, то есть одна же та же кнопка на разных марок экскаватора работает по-разному, то есть разные функции она имеет, несет. Еще вот такая немаловажная информация. Корпус коробки, ну и насос. Насос вот он не оригинальный, он видно, что он свежий. Видно, что его на герметик ставили. Ну, видно, что он свежее всех вон. Но корпус коробки поврежден, видите, да? То есть сварка. Я не знаю, почему варили. Был какой-то удар, образовалась трещина. Ну, видим, что есть следы сварки. И эта сварка у нас сопливит, подтекает. Нет, чтобы она не капает, но мокро сопливит. С чем это связано, я не знаю. Но есть такая. И флянец коробки, да, видим, что тоже подтекает. Но это может быть связано с морозами, да. То есть бывает, когда первые морозы, начинает сопливить все соединения, где у нас уплотнение резиновое. Передний распределитель сухой. Еще у нас там клапана есть. Это тоже, скорее всего, связано на перемещение каретки. Сейчас еще, друзья, подключимся, померим давление на коробке, потому что у меня вызывает подозрение вот это все. Вот точка контроля на NGCB, вот я ее открутил. Вот отсюда лучше видно. Сейчас подключимся и посмотрим, что у нас показывает давление. Подключился я на коробку, друзья. Важно, ну, тем людям, кто захочет на коробке проверять давление, не забудьте поставить таким образом манометр, шланг, чтобы его не зацепил кардан, чтобы ни колеса, ни кардан, они, чтобы он не цеплял. А то, ну, вырвет у вас шланги и все остальное. Заводим. Манометр нужно поставить поменьше. Я имею в виду бар. И это на бар 30 он хватит. Ну, изначально мы видим, что здесь у нас 10 бар давление в коробке есть, все хорошо. Подключился на гидравлику.
двигательный показывает. Ну, часа полтора уже экскаватор у нас. Я его мучу, так скажем. Восемьсот. Для года дата 120 показать. Какой-то звук есть, какое-то цоканье у экскаватора есть, у двигателя. Двигатель точно, друзья, уже нагрелся. Давление масла в двигателе 3-4 бара на горячее, потому что я и дорогу там сделал, и это в конце всей диагностики, вот смотрите, такое давление, то есть давление прекрасное. Смотрим состояние электрики, блок целый, реле, двух реле целый, проводки не лазили, ну потому что я вижу и заводскую изоленту. По электрике смотрим. Освещение рабочее работает. Один поворотник работает, здесь не работает. Ни габарита, ни поворотник. Немножко забрызгнул. А что здесь горит, если даже здесь проводка не приходит? А здесь даже проводки нету. Видимо, где-то там жгут отломы. Здесь спереди работает, но правая фара тоже ничего не работает. Видно, да? Вообще нигде ничего не найдешь. Это, наверное, не полт еще. Там мосты и от Карара как-то найдешь что-то, да, там без проблем. А вот уже.